Приветствую всех на канале Автоджокер. Сидим в RAV4 пятого поколения. Большинство по статистике, ну она может, конечно, меняться, 85% это комплектация Комфорт 2 литра проданных этих автомобилей в России. Но далеко не все, большинство, конечно, полный привод, но далеко не все его берут. Кто-то по финансовым возможностям, кто-то исходя из других соображений, сейчас этого не будем касаться. Конечно, зимой, вот видите, сколько снега у нас выпало, удобнее всего ездить на полном приводе. Но нет полного привода, вот, например, как у меня. Какой же режим трансмиссии? Вот у нас есть режимы трансмиссии, видите? Эко, нормал и спорт. Использовать зимой, чтобы машина увереннее себя чувствовала. Самый нейтральный – это нормал. Самый неподходящий – это спорт. Потому что машина более чутко реагирует на газ и гораздо чаще пробуксовывает на снегу и особенно на льду. В нормаль это происходит меньше, но все равно. А самый подходящий – флегматичный режим эко, потому что реакции на газ очень замедленные, разгоняется она плавно, и в зимнюю погоду на скользких покрытиях это очень предпочтительно. Летом мне он безумно не понравился, этот режим эко. То есть машина, ну вот просто она настолько вялая, пока разгонится. Да, если вы продавите педаль до упора на газ, то она также резво стартанет. Но зимой это, на мой взгляд, самый предпочтительный режим коробки. Ну, естественно, вариатора. Потому что 2 литра это только вариатор. Пробуйте, пишите в комментариях, согласны со мной, нет. Всем до свидания, до новых встреч, удачи на дорогах.